Значит, смотрите, я хотела бы, чтобы мы сегодня, я не дам вам сложную тему. Тему, которая вызывает, однозначно должна вызывать у вас какие-то ассоциации. Поэтому давайте расскажем монолог собаки. Ну, мне кажется, что тема собак. Я собака. Лица собаки? Да, я собака. Монолог это не рассказ про я собака, живу я в будке. У меня два хозяина. Да? Один там Паша, другая Саша. У меня два хозяина, потом мы с хозяином ходим гулять. Да, вот это вот не монолог, это рассказ про себя. Монолог это сразу ассоциативно увидите свою собаку каждый. Ведь у каждого слова собака вызывает свою ассоциацию. Ну, в плане, допустим. У меня собака, вот у меня почему-то вызывает, да, вот сейчас я говорю, собака монолог. И у меня в голове, я уже вам рассказывала, сразу балконная шапка, вот мой Пантелей, да, чихуахуа. Вот у меня сразу, я уже знаю, какая я собака, да. То есть у меня еще одна есть собака, там, это грустная история. То есть я уже могу, то есть я вижу собаку, я придумываю, о чем моя собака, стоя на балконе, гавкая на добермана, о чем я могу говорить. Моя идея. Кто я? Я Нерон. Я Тиберий. Я гений. Они шапки. Почему я гений? Потому что я где? На балконе. И потому что я сейчас плюну и подниму лапу по писью. А оно ничего мне не сделает. Потому что это тварь доберман и питбуль ходит под балконом. Понимаете? То есть я начинаю общаться о том, что я крутая псина, что я выше всех, что меня любят и обцеловывают. Да, у меня проблема в жизни, меня одевают как девочку. Да, мне стыдно выходить на улицу в кожаной там, этой, в кожаном ошейнике и в голубой маечке. Но зато, когда я прихожу домой и захожу на балкон, я мщу всем за это унижение. То есть, понимаете, о чем я говорю? Я говорю про свои чувства. Вот я такую собаку увидела. У кого-то другая собака. Кто-то, извините, не белый бим, черное ухо. О чем он может говорить? Необычные окраски. Необычные окраски. Кто такой белый бим, черное ухо? Это очень старый фильм. Ты не видел? Юра. Я думал, у людей есть чувство юмора. Нет, у меня просто... Неужели есть такие люди, которые... Да, неужели есть такие люди, которые не видели «Белый бим, черное ухо»? Мне кажется, это у каждого человека единственный фильм, который посмотрели каждый по одному разу. И больше никогда, ни при каких условиях, второй раз его не посмотрят. Такой хаски, вот этот есть фильм, такой хаски, сам, да, я рыдала, наверное, да, я после «Бима, черное ухо» я не смотрю никакие фильмы не про собак в жизни. Для меня это был удар. Вот. На мою деду неокрепшую детскую психику, я не рыдала, меня откачивали 2 часа, так я рыдала. До крика доходила, вы что? Не-не-не. Ну, то есть, я вам объясню, о чем я говорю. Вы понимаете, о чем я говорю? Ермитания же, ты смотрел, пошутил он. Тоже у меня шутник. Решил, чем шутить. Белый бим, черный ухо. То есть, вот я говорю, чем вы должны увидеть свою собаку и стать ею. И рассказать нам о том, что моя жизнь кайфная или... Моя жизнь что-то не складывается. Понятно? Да. Давай, Наталья.